Друзья, всех приветствую! Измена этой девушки просто поражает своей глупостью и наивностью. Это ты в Мексике? Со своей семьей? Что ты тут делаешь? Тебя не должно это волновать. Отвечай. Это нормально? Кто это? Серьезно? Кто он? Никто. Никто? Это твой папочка спонсирует тебя? Ты знаешь его? А? Ты мне скажешь или нет? Боже! Кто это? Скажи, что не знаешь меня. Я знаю тебя, но ты не мой парень. Мы не пара. Мы не пара? Нет. Я не твой парень? Ты ее жарил? Да, еще как. И как тебе? Пойдет. О боже, дай мои ключи. Дай мой телефон. Боже, ты дотошный. Давай сюда телефон. Ой, дай ключи. Как долго? 3 года. 3 года? Ты меня обманывала. 3 года? Ты из меня реально дурака сделала. Ты сама вляпалась в это все. Давай сюда мои гребаные ключи. Не отдам. Пошел ты тогда. А что по поводу Мексики? Ты же должна быть там. А? Я не должна ничего объяснять. Нет, должна. Нет, не должна. Должна. Вот так вот парниша отправил девушку к родственникам, а получилось, что она доехала только лишь до парка к мужичку, с которым изменяла 3 года. Как думаете, вернется ли у парниши доверие к девушкам после такого? Пишите в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал. Вы мотивация для новых роликов.